Привет, с вами Кирикосплей. Сегодня я играю в Insomnio 2. Вторая часть. Хотя будет называться по-другому. В Insomnio 1 я уже играл, вы знаете. Я там пугалась. Всего один раз. И из-за этого скримера играть больше не захотела. Ну, может, и мне понравится вторая часть. Давайте посмотрим, что во второй части. Вейк какая-то. Вейк. Так. Тутюриал. Нифига, почему на русском ничего нету, а? Как я вообще пойму, что делать? Тутюриал. Ну, надо звуки, видимо, слушать. Светить. И внимательно слушать. Как всегда, короче. Тут так зарезать. Как... Попробуйте сделать. Нифига не понимаю. Тут надо светить. На все окна и на дверь. Ты бы дверь закрыл бы хотя бы тел. Это что, спрятаться, наверное? Да! Ёба! Не помогло, нифига! Твои глаза бесполезны. Еще раз. Только лох может сдохнуть на самое первое начало. Давайте попробуем еще раз. Тут крем появляется везде. Одна, вторая дверь. Вторая открытая дверь. Достивательство. Надо тупо крузиться везде. Вот он хрен был. Опять разрядился. Залезаем. Я успею, ясно? Тут вон как черепаха все ее. Ты чё за... Да поехал, блин, а, дебил. Тупас, узмать. Давай скорее. Ага. У тебя дверь открыта, тело. Неужели ты такой тупой? А чё как быстро разрезается? Подожди. У тебя дверь есть. Ты входишь ко мне только через окно. Я больше нигде не появляюсь. Ага. В окне был. Ничего, разрезаем. Я выиграю, ясно? Ты то орёшь-то? Ко мне снова пришла эта проклятая сова. Вас, мать. Все как быстро. Может, я слепая просто, я не вижу нифига. Он появляется только вот здесь. Если вот куда светить, только это на зеркало. На стекло. На окно, вот. Ага, вон он. Угу. Ждем, может, его... Он только тут появляется? Нет. Нифига. Твою мать. Твою мать. И заряд это расходовала. Хотя экономила. Ты что, через дверь вышел, скотина? Блин, английский и испанский. Выбор языков здесь очень большой. Ты что за дичь-то? Подождите, не могу я в самом начале сдохнуть. Не ори. Нормальный. Стены это вот так вот крузится. И не сдохнуть, зарезать снова. И не сдохнуть. Это первая ночь. Это смешно, Сталя. Это издевательство.
скример, блядь, такой, пиздец. Не знаю, чё спасает у меня вот это вот... Скаф вообще. Нафиг он вообще нужен? Раз этот хрен... Он меня убивает, даже если я в скафу. Зачем он мне нужен вообще, скаф? Не ори, скотина. Ты что, батарейки что ли меняешь так ежедневно? Ты спрячься отсюда, тебя в скаф. Я не понимаю, в чем прикол этого скафа? Вот, к примеру, посломан стрюка. Я залезла в скаф. И он меня убивает дальше. Почему убивает-то, блядь? И монстра не слышно. Вот он и сейчас, блядь. Издевательство какое-то. Это просто издевательство. А, нет никого. Нам поскрипел кто-то. Хрен ко мне подходит. Получается. Скафу я, в принципе, вызвала. Почти. Не совсем, конечно. Не знаю, зачем скаф придумали. Я бы хотел сделать на пародию на те и сделали бы камеры. И фонарик, попси которого можно прогонять. А скаф затем? Если бы действительно скафу хотя бы проценты заканчивались, я могу тут тупо сидеть и все. Давай вторую ам, пожалуйста. Я больше не вызову. Ну ты мне дал хорошую отрыву, тел, спасибо. Да я старалась, сделала, меня все равно убивает. Не ори. Срезаю. Тут и вообще не появляется. Так тут через тут и через тут, вот тут и тут. Я фиг знает, где его нужно искать. Я но первую нефть пройти не могу, блядь. Господи, я в бешенстве! Игра, которая очень пипец труп. Да ты офигел, что ли? Ты мусор противный. Попробуем еще раз. Похлебить троицу. Не ори. Нормально. Все, отвечу. Вот и как тебе понять, где этот хрен находится? А разрезается вот этот, как его, фонарик, пипец очень быстро. Да блин, почему так быстро разрезаешься, а? Ну как? Я должна выигрывать. Ага, около двери был скотина. Около двери, здесь он у меня есть. Да ты, да мне твой фонарик-то заряди, ты... Смэп, юлок. Не ори, сказала. Ты меня больше слушай. Нафиг я зарезаю, а? Только надо сводить вот сюда и сюда, вот сюда и сюда. Блядь, ты так быстро разрезаешься. Чё-то не понимаю, как понять, что он устал и что он присол. Тут какой-нибудь звук не пытали, тут только фонарик и спрятаться. Гениаль, фонарик и спрятаться, всё. А больше ничего и нету. Вот и вот. Ты ёбиный в рот. Знаешь, в первой части ты был куда 3D с ней, чем сейчас. Какой ты размытый, ты даже не страстный. Всего один раз. И все. И нифига не страстно. Не страстно, нифига.
хватит зарезать. Постоянно это у меня на автоматике стоит. Тут-то вообще ничего нету. Но мозгом он будет в других носях. Я эти носи пройти не могу. Вот он посмотрит и уйдет. А он не как обычный хрен. Никит смотрит и уходит. Ага, ушел скотина. Я его прогнала. Где мы сядем? Не понимаю, может я в темноте смогу его сфокусировать? Вас узнать. Нифига. Да бля, да бля. Он сейчас нападет туда. Какой ты медленный. Вас узнать. Не страшно. Ты мне дашь хотя бы передохнуть, сел. Значит, ты идешь один раз, потом через 20 секунд приходят. Да? Давай, давай, давай посмотрим. Давай посмотрим. Будем крепить твои правила, чел. Давай, я ищу тебя, скотина. Блин, так светить невозможно. Так быстро, не надо так быстро. Да ёби. Клю. Вот, 40. Значит так, ты из нас меня напугал 40. Значит, сделал тебя в 38. Ну что, погнали, раз ты так решил сделать. Заодно и выясним, как ты пугаешь. Ты появился в 39. Давай, зам тебя. Только где вот? Сейчас не 30. Можем выйти и подождать этого хрена. Все, ждем 30. И 30 я выйду. Зарезу и как раз подожду его. Тридцать! Хорошо буду у меня, я буду тебя в 30 дать. Ты теперь бы закрыл тупой ты человек. Что-то не видно в темноте, уйдет он или нет. Бля, скорее он сейчас придет. А, понял. Вооружена. Да тебя не было в окне! Тебя не было в окне! Я слепая, что ли, по-твоему, да? Да не было! Тебя не было в окне! Вначале все давалось хорошо. Сейчас он что-то звонил сразу. Все, ребята, это я показываю. Это был просто обзорчик игры. Если вы хотите, чтобы я прославился полностью, пишите в комментариях. Все, всем пока. С вами был Логин КП. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите хорошие комментарии. Как раз ответьте мне на комментарии. Проходи мне эту игру или нет. И сказать, какие вы знаете еще такие-то страстные игры, где скримеры пипец как можно обосраться. Все, всем слива, все злые, пока-пока.